Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. Дефицит воды на полуострове, отпуск украинского нардепа в Крыму, уничтожение Православной Церкви Украины в Симферополе, запрет на публикацию о деятельности ФСБ, возвращение крымско-татарских политзаключенных домой и разработка стратегии деоккупации Крыма. Об этом подробнее поговорим в 47-м выпуске блога «Liberate Crimea». Тема нехватки воды на полуострове снова и снова становится топовой не только в оккупированном России Крыму, самой России, но и в Украине. На прошлой неделе синоптики оккупированного Крыма заявили, что на полуострове продолжает уменьшаться объем воды. До начала августа суммарный объем воды составил 74 миллиона 860 тысяч кубометров, что на 8 миллионов 450 тысяч кубометров меньше, чем месяц назад. Кроме того, из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек наблюдались очень низкие уровни воды, а две реки Альма и Карасу находятся на грани пересыхания. Из-за дефицита воды в селе Мирное Симферопольского района ввели режим чрезвычайной ситуации. И за два дня оккупанты уже успели построить новый водовод от Симферополя до села. Россия решила снова обвинить в проблемах с водой Украину и призвала ЕС обратить внимание на якобы антигуманные действия Киева по перекрытию подачи воды в оккупированный Крым. А украинский премьер-министр Денис Шмигаль в программе «Субботнее интервью» Радио Свободы заявил, что Украина обеспечит Крым водой в случае гуманитарной катастрофы, но поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам для нужд военных баз никто не будет. Очередное заявление премьер-министра Украины – не что иное, как провокация и вброс в информационное пространство Украины темы о необходимости подачи воды на оккупированный полуостров. Интересно, как же премьер-министр Шмигаль будет обеспечивать водой Крым? И при этом, не контролируя территорию, контролировать подачу воды населению и оккупационным войскам? О какой гуманитарной катастрофе в Крыму говорит премьер-министр Украины, если только за июль месяц Крым посетило более 1,5 миллиона отдыхающих, которые пьют воду, стирают вещи, пользуются душем и ванной. Только в сутки в Симферопольский аэропорт прилетают до 120 крупных пассажирских самолетов. Российская Федерация продолжает проводить военные учения, заправляя водой радиаторы танков и бронетранспортеров. Последние военные учения проводились 7 августа. А также продолжают строить многоквартирные жилые дома и военные казармы. Итак, кому же на самом деле не хватает воды? Населению или оккупантам? Этот вопрос остается открытым. А теперь об оккупированном Крыме как о курорте. 2 августа украинский нардеп от оппозиционной платформы «За жизнь», кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко въехали в оккупированный Крым на отдых. На самом деле неизвестно, что можно ожидать от данной поездки, поскольку во вторник, 4 августа, по данным сервиса Flight Radar, в оккупированный Крым прибыл самолет Владимира Путина. Так с кем же Виктор Медведчук отдыхает на полуострове и отпраздновал день рождения 7 августа? Почему нет никакой реакции со стороны украинской власти относительно поездки украинского депутата на оккупированную территорию? Неужели это обычное явление в сегодняшних реалиях? А что мы тогда требуем от европейских депутатов? Нельзя не вспомнить и ситуацию с выселением Православной Церкви Украины из собора в Симферополе. Во вторник, 4 августа, Верховный суд Российской Федерации отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной Церкви Украины из кафедрального собора в Симферополе. Кроме того, в конце июля архиепископ Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент получил решение оккупантов о сносе храма Православной Церкви Украины в Евпатории в 5-дневный срок. Ни для кого уже не секрет, что оккупанты системно преследуют религиозные сообщества в Крыму по делу Хизбут-Тахрир и свидетелей Иеговы, называя их экстремистами. И что же теперь? Российская Федерация решила уничтожить еще и православную украинскую церковь. Но удастся ли ей это? А теперь о ФСБ. Владимир Путин подписал закон о Федеральной службе безопасности, согласно которому СМИ запрещается публиковать и распространять материалы о деятельности ФСБ без разрешения ведомства. Что это значит? Теперь перед публикацией материала о ФСБ
содержащего так называемую профессиональную тайну, журналисты должны согласовать его у руководства спецслужбы. Иначе публиковать запрещено. Распространение информации без согласования могут приравнять к разглашению секретных сведений со стороны как сотрудника спецслужбы, так и журналиста. Ну что, как вам? Чувствуется дух СССР и тотальной цензуры? Ведь таким образом Путин пытается скрыть преступные действия силовиков и закрыть рты всем журналистам. Вспомним и о столь желанном обмене политзаключенными. Тема, о которой мало кто говорит и вспоминает. Последний обмен с крымскими политзаключенными состоялся 7 сентября 2019 года. А когда будет следующий, никто так и не знает. Пресс-служба президента Украины сообщила, что во время последнего разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Зеленский инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удержат в оккупированном Крыму. Даст ли эта инициатива хотя бы какой-то результат? Послушает ли Путин Зеленского? Будем надеяться, что вскоре увидим результат. Уже более чем 6 лет одним из самых актуальных вопросов в Украине остается разработка стратегии деоккупации Крыма. Почему актуален? Потому что документ до сих пор не готов. В четверг, 6 августа, во время еженедельного брифинга в Киеве, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что работа над стратегией деоккупации Крыма не закончена. А 5 августа под председательством вице-премьер-министра и министра реинтеграции Украины Алексея Резникова прошло совещание, на котором органы исполнительной власти скоординировали свои позиции и подходы к стратегии. Сообщается, что вскоре этот документ подготовят и передадут Совет национальной безопасности и обороны Украины для включения его в общую стратегию, которая будет одобрена и принята. Хотя в то же время ряд высокопоставленных чиновников ранее заявляли, что украинское правительство уже разработало стратегию деоккупации Крыма, однако пока она не является публичной. Так есть стратегия или нет? Что-то чиновники Украины, привыкшие к пустым популистским заявлениям, уже сами запутались. Готова ли стратегия? Только обсуждается? Или ее вообще нет? Надеемся, что ответ мы получим хотя бы к 7-летию начала оккупации украинского полуострова. Боритесь за Крым. Боритесь за Украину. Чем больше людей будет знать правду о Крыме, тем больше шансов его освободить. Желаю мирного неба над головой. До новых встреч.